мы накроем. Подождите, там она не вытаскивает. Саргон! Саргон! Ай, моя лапка! Саргон! Саргон! Может, идем аккуратно? Саргон! Так, тише! Ну, в туалет хочешь, что ли, не пойму. Да, Орсан! Орсан! Окончена экспертиза в классе кабелистиков. В классе представлено две собаки. Обе собаки получают оценку очень перспективно. Оба кабеля очень крупные. Первая собака в классе находится на границе своего возраста. И по своему внешнему виду и по возрасту это уже собака из класса подростка. Это крупный, сухой, крепкий, очень хорошего типа кабель. У него среднего объема голова. Конечно, я бы хотела видеть более сухие зубы у него. Висящие брыли его несколько портят. И несколько более корректно поставленные уши. Да, он еще, ему не нравится, когда его ставят. Он подваливает специально. Стой, нет.